Из рук в руки. В Словении представители Национальной федерации по баскетболу приняли бразды правления Евробаскетом 2015. До старта турнира осталось меньше 2 лет. Важным пиар-ходом стала презентация логотипа будущего чемпионата. Символ разрабатывала португальская компания, которая постаралась в баскетбольной манере отразить всю глубину украинских национальных традиций. Ну а вице-премьер-министр Украины Александр Вілкул и глава ФБУ Александр Волков заверили всех, что Евро-2015 пройдет не просто на высочайшем уровне, а станет лучшим в истории.